Бразильское мастерство зажигать, индийское умение сохранять спокойствие, мексиканские страсти, загадочная русская душа и польская водка. На фестивале культур на Самарском пляже можно столкнуться со всем и сразу. Гости из 10 стран мира приехали рассказать о себе и своей стране. Национальные деньги, сувениры и угощения. Иностранцы привезли с собой все, что может передать местный колорит, их менталитет и обычаи. Я горжусь тем, что я индус и живу в Индии. Долгое время наша страна была зависимой, а совсем недавно мы отмечали День независимости нашей страны. Я очень этим горжусь. Иностранные гости с удовольствием окунаются и в российскую действительность. Многое кажется им не просто необычным, экзотическим. В России очень стеснительные люди, они очень мало улыбаются, но когда ты с ними общаешься, ты становишься его другом, они раскрываются тебе и вечно улыбаются. Фестиваль культур проходит в Самаре в 7-й раз. Каждый раз меняется состав иностранных делегаций и список стран. Но всегда остается хорошее настроение, новые знакомства и море удивительных впечатлений. Марина Матвеевична, Владислав Манин. События.